За меня переживают мой внук, любимый Александр, и дочка Наталья. Следили за голосованием? Нет. Я пою для себя. «Пою для себя» слишком скромно для участницы народного хора у околицы. В нем Рима Браженко выступает уже более 5 лет. Исполнительница народных песен приняла наставника проекта Рустама Зайченко еще на этапе заочного кастинга. В голосе Римы Браженко он услышал настоящую русскую песню. Поэтому с выбором финальной композиции проблем не было. «Садись, наше везенье, и объявись, чтобы хмурой не казалось. Рима Браженко – кокетка, всегда ждет комплиментов за прекрасное исполнение песен. Очень любит свою дочь и внука-студента. Работала экономистом на Копейском аж-заводе, а сейчас кладовщик в горводоканал Копейск. Поет Рима всегда и везде, когда грустно и радостно. С удовольствием слушает песни любимых певцов и желает победы всем финалистам проекта «Проснись и пой». Под ногами стелется, вид моей не нравится, наш с тобой разлад. Под тихими листьями, полыхая листьями, ради нас надела осень лучший свой наряд. Ради нас надела осень лучший свой наряд. Нашим везеньем и обернись майским цветеньем, чтобы хмурой не казалось осень нам с тобой, чтоб у нас была любовь до свадьбы золотой. Рыжая метелица вертится, как мельница, ей давно наскучило то, что мы грустны. Кружится метелица, и на нас надеется, что пройдут тревоги наши, как проходят сны. Что пройдут тревоги наши, как проходят сны. Стоит собака в нашем везенье, и обернись маленьким цветеньем, чтобы хмурой не касалось осень нам с тобой, чтоб у нас была любовь до свадьбы золотой. Рыжая метелица, счастье щедро делится, нас огни под солнцем забавы готят. Пляшет разыгралая, озорная шалая, и печаль, словно листья, по ветру летят. И печаль, словно листья, нашими деньгами и обернись маленьким цветеньем, чтобы хмурой не казалось осень нам с тобой, чтоб у нас была любовь до свадьбы золотой. Вы прям сразу начали улыбаться, такое хорошее настроение. Вот скажите честно, вы тамада? Нет, никогда не работали? Нет, я участник хора у околицы. Такой отработанный номер уже, нет? По-другому нельзя петь эту песню. И любую песню надо петь с настроением содержания. Верно. В любом случае, спасибо вам, что вы нашли время, выступили, вы всех порадовали. Спасибо за настроение. Огонь прямо вот от вас какой-то идет. Спасибо вам большое, вы молодец. Рима, скажите, дуэтом когда-нибудь случалось петь, выступать? Нет. А вот знаете, вот у меня прям желание, глядя на вас, на ваш позитив,
вот прямо с вами, знаете, вот после передачи свяжемся и дуэтом. Запросто. Здорово. Запросто. Респект. Это успех, это успех. Мы продолжаем. Риму, спасибо вам за ваши... ...которые они должны были распределить между всеми участниками. Итак, какой балл поставил Ираклий Нартикашвили? Ну, конечно, Ксения Зорина. 6 баллов я поставил. Байбачинова я поставил 5 баллов. Алексей Бакин 4 балла. Людмила Урванцева 3 балла. Рима Браженко 2 балла. Виталий Чекишев 1 балл. Венера Ильмухаметова. Вы в любом случае уже победители. Все, каждый. Я вас поздравляю всех. 6 баллов Ксения Зорина. 5 баллов я поставила Людмиле Урванцевой. 4 балла Аделина Байбачинова. 3 балла Алексей Багин. 2 балла Виталий Чикишев. И 1 балл Римма Браженко. Александр Павлов. Вы знаете, очень сложно судить вас, потому что вы все такие разные, такие разносторонние. Вот, а оценки следующие. Значит, Ксения Зорина 6 баллов, 5 баллов Багин Алексей, Аделина Байбачинова 4 балла, Рима Браженко 3 балла, Людмила Урванцева 2 балла и Виталий Чикишев 1 балл. Председатель жюри Иван Резепин. Я вас поздравляю. Это было очень волнительно, но сейчас уже все позади. Мои оценки следующие. Значит, Ксения Зорина 6 баллов, а дальше Алексей Багин 5 баллов, а дальше Рима Браженко 4 балла, Аделина Байбачинова 3 балла, Виталий Чикишев 2 балла и Людмила Урванцева 1 балл. Итак, мы оглашаем общий балл по мнению членов жюри. Виталий Чикишев 6 баллов. Рима Браженко 10 баллов. Людмила Урванцева 11 баллов. Аделина Байбачинова 16 баллов. Алексей Багин 17 баллов. Ну что ж, единогласным решением жюри Ксения Зорина 24 балла. Для вручения награды профессионального вокального микрофона я приглашаю Саламасова Виктора, руководителя Урало-Сибирского региона компании «Альпенфарма». Компания представляет биологическую добавку «Исла», которая бережно ухаживала за голосами наших участников. Благодаря ей они все время оставались чистыми и звонкими. Добрый вечер, уважаемые господа, участники конкурса жюри. Но препарат «Исла» будет всегда на страже ваших голосов. Мы бы хотели вам подарить годовые запасы «Ислы», чтобы вы никогда не испытывали проблем с голосом. Вот, но я думаю, что наши уважаемые жюри, как профессионалы голоса, тоже должны оценить наш препарат. Поэтому всем участникам жюри мы тоже даем годовые запасы нашего препарата. Ну и главный приз – это радиомикрофон. Мы бы хотели подарить Ксении Зориной, для того, чтобы она всегда себя чувствовала комфортно в караоке, всегда у нее был микрофон, никто никогда не смог отобрать. Бой, развивайся, никогда не стой на месте, всегда следуй только своей мечте, никогда ей не изменяй. Все, будь здорова и счастлива. Удачи, ты большая, молодец. Итак, наибольшее количество баллов заработала Ксения Зорина. Она стала победителем нашего вокального конкурса, обладательницей замечательного приза вокального микрофона, и я буду заниматься с ней уроками вокала на протяжении нескольких месяцев. Это был вокальный конкурс «Проснись и пой», который придумали и провели создатели проекта программы «Наше утро» на телеканале ОТВ. Я, Рустам Зайченко, благодарю всех за участие. Пойте с нами, пойте лучше нас. До встречи!